Всем привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с вами приготовим куриное филе по-особому. Если вам интересно, то, конечно, продолжайте смотреть. У меня филе вот такими большими кусочками. Я сейчас возьму и буду нарезать филе. Предварительно куриное филе нужно вымыть, обсушить бумажным полотенцем, и далее будем нарезать небольшими кусочками. Далее нужно слегка отбить каждый кусочек. Далее чеснок нужно натереть на мелкой терке и смазать наше филе чесноком. Вообще на полкилограмма филе куриного нужно 2 зубчика чеснока. Но так как наша семья очень любит чеснок, поэтому я добавила 3 зубчика. Но вы уже добавляйте по своему вкусу. Солим. И перчим. У меня черный перец. Все хорошо перемешиваем. Если есть время, дайте промариноваться хотя бы минут 10-15 вот так вот в тарелочке. Если нет, то вы можете уже начинать сразу обжаривать. Далее каждый кусочек нужно обвалять в муке и обжарить на раскаленной сковороде на растительном масле с обеих сторон до готовности. Ну вот и все, куриное филе готово. Надеюсь, этот простой рецепт придется вам по душе. Если видео понравилось, то, конечно, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А это все на сегодня. До новых встреч. Пока-пока.